Азербайджанский мультикультурализм будут изучать украинские студенты. Такой факультатив учрежден на кафедре тюркологии Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Преподавать его будет представитель Бакинского международного центра мультикультурализма в Украине Марина Гончарук. Это свидетельствует о том, что для украинского государства очень важны специалисты, высококвалифицированные для украино-азербайджанских отношений. И то, что украинцы выбирают подобные дисциплины и направления для образования, значит, что для украинской молодежи являются перспективными украино-азербайджанские отношения. В рамках дисциплины «Азербайджанский мультикультурализм» студенты ознакомятся с опытом Азербайджана в реализации межкультурного, межрелигиозного, межэтнического диалога. Студенты из Украины активно участвуют в реализации украинско-азербайджанских проектов. Открытие же нынешнего факультатива будет еще больше способствовать популяризации Азербайджана среди украинской молодежи. Более того, в Киеве думают и о внедрении в учебные программы и ряда других дисциплин, связанных с дружественным Азербайджаном. Примечательно, что азербайджанский мультикультурализм за последние несколько лет включен в образовательную программу более чем 15 ведущих университетов мира. Михрибанка Сумова, CBC.